вот они, деревья. Аллея. Всем привет! С вами канал Артмания и моя семья. Вот они такие красивые. Идем мы снова за детским питанием. Прошла уже неделя. Снова идем по той же самой дороге. Хотя надо будет как-нибудь по другой пойти. Это еще одна, это одна и та же. Снежок уже, все уже. Сегодня третий день, как такой иней замерзший на деревьях. Руки стали замерзать. Хотела показать вам там. Окна замерзли. Женька обогнал, пошел. Дерево классное. Как в лесу зимой. Если бы еще птички пели. Ай, какие они облепленные. Как они смотрятся классно. Кустики такие классные. Человек мешает немножко. Как красиво сверху. Сверху как красиво. Там. Ой, какая красота, а? Я думала, я не увижу. Жень, я к елочке подойду. Сейчас мы с вами елочку посмотрим. Как красиво тут. Там как красиво. Можно садиться и рисовать, только уже рука замерзла.
как красиво! Какая красота! Какие-то тряпки висят на лавках. Странные. Как здесь красиво. Третий день держится такая красота. Шишку сюда надо. Там вон еще та елочка, но мы туда не пойдем. Я вам сейчас так ее. Фокусируй. Та-дам! Вот. Какой парк красивый. Офигеть. Вообще, вон Женька там стоит с Зимулькой. Как красиво, а? Какая красивая природа. Помойки надо было белые ставить зимой. Все, у меня рука замерзает. Как красиво. Даже тень создается. Много-много-много их. Красота в парке. В следующий раз пойдем сюда. Вот она, зима настоящая. Когда все в снегу. И вот тут мне прям понравилось. Так. Смотрели, закрыли. Локомотив. Елка. Новогодняя елочка. Подарки. Подарки. Какой там Геракл, что ли? Кто это, Жень? Кто? Халк. Огромный, слушай, такой у него. Мощность, по-моему, несколько раз больше. И карточка такая, как из какой-то игры. Под рукой там мышцы какие. Давай, меня. Давай, вставай. Сфоткаю. Давай, давай, давай. Оттепотепоте. Почти достаешь уже, да? Хорошо, что вот делают вот эти вот замки, которые вот двигаются высоко, потому что раньше вот они были вот тут под ручкой у моей мамы, например, и ребенок может легко достать и просто закрыть. Вы выйдете, там что-то помоете, и он закроет вас. Короче, пришли мы домой. Такие вот у нас тут сумки. В рюкзаке там у меня подарок я себе купила. Вот здесь я тоже, короче, купила всем подарки. Купили мне Зимульки памперсы. Вот, в следующий раз пойдем мы купим, наверное, еще одну пачку. И, по-моему, даже это вот те старые памперсы, которые со слонятами. Потому что, по-моему, у него... С чем у тебя там? У него фиолетовые там какие-то бегемотики, что ли. А тут, по-моему, слоники. Ой, что-то я... Как-как-как. Я не понимаю, что у меня там движется.
Вот, по-моему, вот даже старые вышли. Видимо, они разные. Ну, что-то мне кажется, что пачка здесь маленькая какая-то. Сравню потом ее со своей. Вот здесь. Вот здесь газетки немножко набрала. И здесь, короче, подарки я купила. Подарки такие вот разные. Вот. Вот, вот это, кстати, стоило 161 рубль. Это около 100 рублей, 94, по-моему. Это, кстати, тоже около 100 рублей стоило лентовское. Вот, я люблю, кстати, молоко пить вместе с всякими вот такими вот. Что-то близко, не помню. Хлопьями, вот все такое вот я люблю. Давай, доставай. Да, такую мы уже с тобой посмотрели. А вот это я купила себе подарок с Акти. Интересно попробовать, может быть. Если вам захочется, напишите в комментариях, и я могу его под камерой открыть. Если вам так захочется, если интересно. Так, это что у нас? Это у нас творог. А, творог, я даже не знаю, делать вам обзор на творог или нет. Вы особо не смотрите, поэтому даже я не знаю. Не знаю, во всех ли он магазинах продается. Есть ли смысл? А, купила я зубные щетки нам с Женей. А, мне розовенькая, Женя зелененькая там какая-то. Это да, такая зелененькая. Это Жене я подарю на, как бы, за день рождения. Я так подарка не подарила ему. И ему еще подарю вдобавок. А вот. Зубная щетка будет вместе с такой вкусняшкой. Вот, она где-то по 35 рублей стоила. И себе такую взяла попробовать. Вот, безумную пасту я себе купила. 57 рублей стоило. Вот это около 50 тоже рублей, что ли, сейчас не помню. Какая-то новенькая. Вот, ну, ее, в принципе, может быть, покажу обзорчик на нее, не знаю. Хотя мне пасты, на самом деле, хватает очень надолго, на несколько месяцев. Вот, поэтому... Здесь новая шоколадка. Вот эту шоколадку мы с вами уже делали обзор. Короче, она стоит 94 рубля, что ли, там. Короче, на 30 рублей дешевле, чем покупала... А, нет, 80. 80, да, она стоит. А, нет, 79, да, почти 80 рублей она стоит. На 30 рублей дешевле, чем когда я покупала, делала вам обзор. Вот, это я купила в подарок. А, ну да, в подарок я купила, не помню кому. Наверное, Женьке, может быть. Вот, это я на обзор купила, она стоила 30 рублей по акции. А, кстати, новинка, я даже не посмотрела. Вот. Купила сгущенку, она где-то была по 50 рублей. Купила две пачки. Вот еще одна. И все, по-моему, у нас. Да? А, нет, еще. Вот. Это я купила ассорти фруктовое. А, не могу никак взять его. Вот, фруктовое ассорти и орехи. Стоп, я что купила, видишь? А, нет. А, там в конфетках все, а то испугалась. В конфетках, видимо, это в шоколаде. А, да, в шоколадной глазурь. Это я маме купила в подарок. Поэтому обзора на нее не будет. Ну, не подарю же я открытую пачку, правда ведь? Вот, ну и все. Короче, все вот это, вот то, что здесь вот лежит, и вот, о, у меня вышло в 1000 рублей с мелочи. 1100, по-моему, вышло. И плюс вот эти вот, они памперсы где-то 500. 500 рублей. Также Диме я купила... Диме я купила творожки. А других не было. Купила вот такие вот творожки. В принципе, такой он кушает. Мы ели как-то несколько месяцев назад. Ему нравится. Купила я 10 штук таких. Вот. И такой вот Биолакт. Ты уже все тут разобрал, да? Тут еще где-то мой чек должен быть. Мне очень интересно, где мой чек? Почему у меня так дорого получилось? Вроде так ты смотришь, да? Ну, довольно мало вещей так. Где мой чек? А, нет, вот. О, да мне... А, мне еще дали. О, мне так мало дали наклеек. Офигеть, смотрите. Наклеек вообще мало. Да, до меня там женщина была в 1000. А, ну также около, а, около 2000 у нее, что ли. Все получилось. О, черная техника. У нее в 3 раза больше моих. А я смотрю, там коробки, кстати, с черной техникой.
Не пойму, думаю, что-то она вся черная такая. Мода такая пошла. А это вот собирайте фишки. Тут у меня где-то еще есть фишки. Там покупайте. Поларис. А что там? А, Поларис это хороший, я думала, Скарлетт. Вот они какие, чайник. Чайник нам не нужен, сахарка нам не нужна. А вот эта кофеварка 3000. Нет. Кофеварка там. А, вот, такую штуку я хочу. Печь. Какая там электрическая гриль, короче. 3000. Папа. Я не знаю, по-моему, Redmond они тоже стоят 3000, смысл. Вот кофеварка, нам не надо, что нам не надо, что-то еще. Робот-пылесос 5000. Крупный пылесос. А, вот клеить. 40 штук. 20 штук и еще 20. Пока. Вот такая вот у нас. Все. Че ты? Че ты губками? Смак, смак, смак. Покажи еще раз, что ты хотел. А, ты трубочку уже оторвал от нее, да? Ты будешь через трубочку хочешь пить ее? Ты голодненький уже. Ай-яй-яй-яй-яй, не надо ее в рот. Она кака, кака, грязная. Фу, фу. Вот, и также вот. Килограмм за 400 рублей, что ли, всяких вот. Знаете, я не ем, знаете, если бы мне предложили за 400 рублей килограмм пиццы, там штуки 3, я бы вообще с удовольствием бы. А вот пицца, кстати. Промокод легко. Пили-пили, та-та-та. 720 грамм. Можно подумать. Еще пицца. Так, и чек. Чек. Ой, тяжело сидеть тут уже. Сил нету. Вот он, чек наш. Чек-чек-чек. Чек я, кстати, особо вам не показывал до этого. Вот, да, да, 1688 вышел. Дала 1700. И скидка у меня вышла 352 рубля. Но на самом деле есть такое, то, что скидка в ленте по карточке может быть и больше. Один раз, я помню, у нас было, мы купили что-то там на тысячу, где-то так же, 1500, наверное. Наверное, около, нет, около 1000. У нас скидка составила 760 рублей где-то. То есть почти половина. Вот, ну, здесь 300. Ну, я думаю, сейчас у всех есть карточки. Если, допустим, когда я помню, карточку забывала, мне говорили, ищите, идите, ищите карту, спрашивайте, у кого хотите. Говорю, что я вроде за вас должна искать, что ли. Одна, кстати, у меня отклеилась, на купюре ушла обратно к ним. Отклеивала, отклеивала, и она все равно. Так, а что у нас тут зимулька делает? Тоже на полу с мамой сидит. Сидит с мамой на полу в коридоре. Да? Кстати, сегодня купила, мама моя привезла, купила обои. У нас уже скоро будут тут новые обои. Сейчас у нас вот так вот все. Под Новый год родители мужа планируют приехать. И будут вот этот вот весь кошмар убирать. Ну, это, естественно, все старое. Хотят они сюда какую-то маленькую вешалочку, но я, честно говоря, ничего вообще не хочу сюда. Вот, изначально у меня была идея, когда мы только въехали, я хотела шкаф-купе. Вот так вот, здесь вот маленький, вот так, чтобы он продолжался и с этими. Ну, что-то я потом подумала, нафиг он здесь нужен. И, честно говоря, сейчас мне что-то вот именно сегодня пришла такая идея, то, что я хочу просто зеркало, такое большое зеркало во весь рост. Там, не знаю, ну, может, не до конца, не до потолка, там, ну, большой. 2 метра там на 1,5. Чё ты что-то громыхаешь? Ай, какие интересные покупки у мамы, да? Да? Чё там? Тяжелые, тяжелые. Зайка, тяжелое все, и все равно он к этой сгущенке тянется. Ай-яй-яй, сгущенка. А, сгущенку, не помню, сказала, я купила для крема, я хочу сделать крем. Ай-яй-яй, зачем ты ее швырнул так? Крем хочу сделать, не знаю, может быть, я буду делать торт. Буду делать, не буду, это я не знаю, но вот крем я точно хочу сделать. Подарок Женьке за день рождения. Сейчас мы его вручим.
А пока посмотрим, что у нас находится под елочкой. Под елочкой у нас находится даже сгущенка, потому что мне ее сейчас реально нет сил нести на место. Стоит там зубная щетка моя такая же. Пасту я себе купила в подарок, какую-то новенькую. Ассортишка моя. И звездочки. Вот. Такое уже. Первый раз в этом году вообще, в принципе, такое, чтобы у меня под новой, под елкой были сладости. Обычно у меня там крема всякие, шампуни. Там, с днем рождения тебя! С днем рождения! Вовремя я зашел! Потом, ух ты! С днем рождения, Женька! С днем рождения тебя! Вот я теперь сюда. А, нет, Дим может залезть. Сюда положу. Как раз я буду на тренировку брать курс. А это будет чистить. Какая? У меня точно такая штука розовенькая. Теперь завтра прям почищу. Зубная. Еще люблю лишний бальзам. Нравится всегда. Еще мне нравится лукавит. Единственное, по-моему, две зубные пасты, которые мне нравятся. Ча-ча-ча-ча-ча-па. Внутри она тоже выглядит. Тоже точно такая же. Мягенькая. Была она, кстати, без фольги, как бывает обычно. Обычный такой нежный цвет. Нежно-зелененькая. Хорошо, хоть не черненькая. Такая вот она.